Ну а немецкий сатирический журнал «Титаник» опубликовал на обложке очень такой грубый, мягко говоря, коллаж президента Турции. Ниже пояса и коллаж, и сама картинка. Вот ниже пояса Эрдогана свисает баварская колпаска. И заголовок в смягченном очень переводе гласит: «Эрдоган в стрессе, против него бунтует даже его тело». Вот, похоже, таким грубым образом президента Турции пытаются спровоцировать на какие-то резкие поступки. В многом за то, что он начал проводить несогласованную с Западом внешнюю политику и пошел на улучшение отношений с Россией. Безусловно, в данном случае речь идет, конечно, о российско-турецком сближении. Эрдоган был достаточно непопулярной фигурой среди европейских либералов и до этого. Но особенно, заметьте, особенно данная политика стала актуальной после того, как выяснилось, что Турция и Россия очень активно сближаются.